Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду привезли дагестанские борцы с молодежного первенства Европы. Соревнования проходили 27-28 июня в немецком Дортмунде. А ранним утром триумфаторов встречали в Махачкалинском аэропорту. Поздравить спортсменов с успешным выступлением на юниорском первенстве континента прибыли их родные, друзья и болельщики. Награды континентального первенства разыгрывались в 8 весах. Из дагестанцев, представлявших российскую сборную, без медалей не остался никто. Хочу от имени ребят, от имени сборной России, сборной Дагестана, лично от себя поздравить всех болельщиков, которые вот раннее утро приехали поболеть за ребят. Они чувствовали вашей поддержки, это помогало им, они были уверены в победе. Кому-то повезло, кому-то нет. Я думаю, что при хорошем отношении к себе, к спорту, у этих ребят большое будущее. Первое золото в копилку национальной команды принес хасавюртовец Мухаммадхон Мухаммадзаде. Его почин старался поддержать Абдулла Ахмедов, однако в равной борьбе он уступил в одной из встреч, выиграв тем самым лишь бронзовую медаль. Свое выступление амбициозный борец оценивает самокритично. Результат, конечно, не тот, за которым я ехал, но такого исхода остается дальше тренироваться, готовиться еще лучше. Так, спасибо тренерам за подготовку. Вроде готовились хорошо, все хорошо, прошли сбор. Во второй день в шаге от золотой медали остановился дебютант российской сборной Гаджимагомед Нажмудинов. Уверенно победив на пути к финалу четверых оппонентов, махачкалинец оступился в решающем поединке, упустив свое преимущество на последних секундах встречи с земляком из сборной Азербайджана Гаджимурадом Магомедсаидовым. Да, доволен. Нормально, слава Аллаху. Только первый серьезный старт был, нормально отборолся. Дальше будем тренироваться. Вот в сборной два чемпиона тоже есть у нас. Тренера сказали нормально. Чуть-чуть в финале такая схватка получилась. Чемпионство в абсолютном весе второй год подряд российской команде принес Магомедамин Дибиров. За весь турнир воспитанник школы имени Гамидова завоевал 27 очков, отдав соперникам лишь 2 балла. Сам чемпионат был такой неплохой. Уже второй год боролся там, в прошлом году выиграл. В этом году тоже настраивался на все схватки. Давай была только победа. После небольшого отдыха борцы приступят к тренировочному процессу. Следующим стартом для членов сборной России станет мировое первенство. Оно пройдет в начале августа в Финляндии. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.